И отверсти умы и уста, и просветите сердца их. Приятие наказания добрых учений, Господу помолимся. Савелий с мамой уже второй раз приходят на ежегодный молебен перед началом учебного года. Мальчик искренне верит, что Бог обязательно поможет, если попросить. Говорит, однажды уже в этом убедился. Когда я в первый класс шел, помогло, я его закончил отлично. Я молился, чтобы Бог дал мне благословение, и чтобы у меня весь год было все хорошо. Отец Константин считает, что человек перед всеми своими начинаниями должен обращаться к Господу, особенно если дело касается учебы. Ведь люди обучаются на протяжении всей своей жизни. Человек просто без этого не может жить. На всякое дело он просит благословения Божьего. И перед этим делом, именно перед учебой, это как бы естественно для каждого верующего человека, особенно, слава Богу, детей мы стараемся воспитывать в нашей вере. Мы каждый год перед началом учебного года молим Господа Бога, чтобы Господь вразумил наших чад и оберегал их от всевозможных зол. Тем не менее, говорит Савелий, одной молитвы недостаточно, чтобы получать хорошие оценки. Нужно еще приложить усилия и трудиться. Поэтому еще летом начал готовиться к новому учебному году. Читаю, пишу, повторяю пройденный материал. Во время молитвы мальчику подарили икону, которая, верит Савелий, будет ему помогать во всем и всегда будет с ним. В школу. Я в дневник в обложку вложу и буду носить с собой. Любви вам во все дни жизни вашей. Премудрости, чтобы Господь укреплял вас. Оксана Заводовская, Константин Грушко, ТВ5.